Здравствуйте, друзья! Обзор многоопциональной газовой горелки Эмит от компании Сплав. Эта штуковина подходит для тех, кто хочет все и сразу в одной модели. И традиционно обзор начнем с измерения массы. Вместе вот с таким вот чехлом масса этой горелки составляет чуть меньше 400 грамм. Многовато, скажете вы, глядя на другие модели. Но давайте разбираться. Мы все же рекомендуем использовать эту модель для групп до 5-6 человек. А 400 грамм для группы – это уже не так страшно. А еще не страшно наличие в группе неаккуратного дежурного, ведь три широкие опоры делают эту модель невероятно устойчивой. А резиновые пятки не позволят соскользнуть ей даже с самого мокрого камня. И что немаловажно, на эту горелку встает не только большая командная посуда, но и вот такая вот маленькая кружка с небольшой площадью донышка. Горелка имеет встроенную ветрозащиту, которая предотвращает задувание пламени и ускоряет процесс приготовления пищи. Поэтому внешний ветрозащитный экран можно с собой и не брать. Третья опция – это трубка предварительного подогрева топлива. Она особенно будет для вас актуальна зимой или в условиях горного похода. Ведь при холодной температуре газ в баллоне замерзает, перестает испаряться, что приводит к затуханию пламени горелки. Чтобы этого не произошло, достаточно аккуратно перевернуть баллон вверх дном, и жидкий газ будет стекать в трубку, нагреваться, снова превращаться в газообразное состояние, и горелка продолжит свою работу. Ну, удлиненный топливопроводный шланг в 40 см – это даже не опция, а особенность всех горелок компании «Сплав». Это удобно и позволяет отодвинуть газовый баллон подальше, дабы он не мешал готовке. И вишенка на торте – это пьезоподжиг, контакт которого защищен от огня дополнительной пластиной, что уменьшает перегрев и продлевает срок службы. Покупая данную модель, вы получаете год гарантии и отличную постгарантийную поддержку. Обращайтесь в компанию «Сплав» любым доступным способом и будьте уверены, вам помогут с ремонтом или подберут запасные части. Ну и давайте посмотрим ее в деле, проведем субъективный анализ закипания пол-литра воды. При наших условиях температура окружающего воздуха около 15 градусов, высота над уровнем моря порядка 100 метров, без использования внешней ветрозащиты и открытой крышкой на кастрюле мы получили 2,5 минуты. Но имейте в виду, что этот результат может меняться как в одну, так и в другую сторону и зависит от условий, в которых вы находитесь. Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и хорошего отдыха со снаряжением от компании «Сплав».